С самого своего основания турнир по грекоримской борьбе памяти Рамиса Садиева получил статус всероссийского. Год назад на 5-м юбилейном боролись мастера высочайшего уровня, призеры всероссийских и международных стартов. Теперь возраст участников ограничили 14 годами. На торжественной церемонии открытия их приветствовали почетные гости, многие из которых лично знали Рамиса Садиева. С Рамисом мы общались очень часто. Мы встречались, наверное, каждый день и общались и по спорту, и по бизнесу. Запомнился он как человек слова, человек дела. Он очень часто и практически всегда посещал все спортивные мероприятия, отмечал спортсменов, ну и сам отдавал дань должному спорту и сам занимался спортом. Более сотни спортсменов из Самарской и Пензенской областей, Мордовии, Башкирии, Татарстана и Ульяновска стартовали в мемориале Садиева. Большинство поединков прошли в красивой и бескомпромиссной борьбе, в которых главенствовала атака, а не защита. В 2018 году изменились правила, которые сейчас способствуют более зрелищным нашим поединкам. Если борец не идет в борьбу, не делает прием, он получает штрафные санкции и наказывается. Поэтому все тренеры уже изменили свою подготовку и сейчас уже должны подготавливать своих спортсменов не в оборонительном стиле, а именно в атакующем стиле. 13 комплектов наград разыграли участники мемориала Садиева. В 9 финалах победителями соревнований стали ульяновские борцы. Среди них сын известного ульяновского тренера Андрея Чернова Виктор, а также Назар Шамсудинов, сын мастера спорта международного класса Назира Шамсудинова. Еще 2 награды высшей пробы отправились в Пензу, по одной в Мордовию и Башкирию. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.